Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрибум. Друзья, я сегодня хочу поделиться с вами очень интересным вкусным приготовлением вкусного ужина. Друзья, начинаем готовить. Поехали! Первым делом занимаемся мясом. Это у меня здесь полгрудки куриной. Нарезаю сначала вот таким вот образом. Мясо нам нужно предварительно замариновать. Кусочки поменьше отправляем сразу в миску. Кусочки побольше разрезаем еще раз пополам. Вот таким вот образом. Теперь добавляю специи для маринада. Это у меня красная паприка. Примерно чайная ложка, можно чуть-чуть меньше. Сухой чеснок. Я добавляю примерно пол чайной ложки. Черный перец по вкусу. И, конечно же, нам понадобится соль. Хорошенечко все перемешиваем. Откладываю мясо в сторону и займемся остальными продуктами. Беру одну среднюю луковицу и луковицу нарезаем кубиком. Теперь занимаемся грибами. Грибов у меня здесь ровно полкилограмма. Нарезаем на вот такие вот слайсы, пластины. Отправляю грибы в сухую сковороду. Этот способ я называю сушкой грибов. В первую очередь нам нужно высушить влагу, а потом добавляем масло, добавляем лук и уже начинаем обжаривать грибочки. Сразу буду готовить в двух сковородках, чтобы ускорить сам процесс. Добавляю в одну сковороду растительное масло и обжаривать будем мясо. А в другую мы готовим грибы. Мясо жарим под крышкой, грибы без крышки. Буквально через 7 минут добавляю растительное масло. Примерно 2 столовые ложки. И добавляем лук. Также грибам делаю вкус. Добавляю черный перец. И солим. Перемешиваем. Мясо уже почти готово. Буквально еще 3-4 минуты. И мясо добавим к грибам. Соединяем вкусы мяса и грибов. И жарим около 1 минуты. Все вместе. И добавляю сметаны. Сметана у меня 10%. Добавляю примерно 150-180 грамм. Вот такая вот вкуснятина ожидает меня на ужин. Последний штрих. Добавляем зеленую вкусную петрушечку. Еще раз перемешаем. Выключаем нагрев. Накрываем крышкой. Даем настояться буквально 5 минут. И можно пробовать. Ну вот и все, друзья. Ужин мой готов. Очень вкусный, очень ароматный. Готовится очень просто. Обязательно в копилку и готовьте вместе со мной. Ну вот и все. Наше простое блюдо готово. Очень вкусный ужин. Друзья, обязательно кидайте себе в копилку, готовьте вместе со мной, радуйте родных и близких. И не забывайте подписываться, кто еще не подписался. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.